Так, всем привет! Снова я, снова реакции на видеоролик под названием «Нам всем капзда». Хэрбой ремикс. Я сам-то этот трек послушал, да, уже успел послушать. Я его услышал на официальной странице Hardboy Team. Ну, как увидел, там была фигня, что они собрали свой плейлист, вот, песни ремиксы из фраг стримеров Hardplay, созданные подписчиками ресурса и не только. Тут и Мидикс, и Борщ, и кто-то еще более-менее такой милый Трей, обычный парень. Я отсюда не слушал вот этот. И вот этот. Вот эти треки не слушал. Эти треки я, скорее всего, потом. Следующие буду записывать. Параллельно какие-нибудь, может быть, еще. Как-то так. Я что-то там подшаманил и более-менее как-то могу теперь записывать хотя бы как-то видеоролики. Да, есть еще один минус. Интернет хреново работает, поэтому что? Записываю с телефона. Ну, не интернет раздал в этот точка доступа, вон, Wi-Fi. Да, как-то так. Ну, чё, кстати, лайкусик, подписка. Заходим вот сюда и врубаем видос и слушаем. Что-то мне так подсказывает, что будет как-то много матов, поэтому сразу. Да, я понял. Разбор Пятигорска. Короче, просто всем приятного просмотра. Димон мне сказал, спасибо за подписку, ребят, на канал. Короче, вот кровать. Что прям take my money, блядь. Мы все умрем, нам все пизда. Херня. Доброта, это когда? Я туда побегу. Мы все умрем, нам все пизда. Пизда. Па нахуй всем, блядь. Помянем дурачка. Я, во-первых, скажу одно. Куча кафешек, всего остального, но... Не знаю, у меня жизнь трещину дала. Я рыдал во время стояка. Ты, во-первых, извинись. Красиво согласись. Понимаете? Везде. Было. В говне. Мы все умрем, нам все пизда. Херня. Доброта, это когда? Я туда побегу. Мы все умрем, нам все пизда. Всем, блядь! Я ничего не понял.
Интересно, а он это видел? Март? 6 месяцев назад почти. Ну, как бы... Нет, ну как бы да. Ну как бы нет. Ёпарса, да. Ой, блин. Кстати, а есть? Вот мне интересно. Какой я еще не слышал, я не помню. Вот это, по-моему. Нет, а сразу вот это еще включи, потом уже отдельно какие-нибудь. Сейчас. Надо посмотреть. Не, ну тот ролик был просто разрывной. Это лучшее, что могло вообще быть. Так. 1.58? Нет, что-то не то. Ёпарсоте, а чё их тут-то всяких много? Ну, давай вот это включим. Вот я днем запускаю стрим 7К плюс онлайн. В 2 ночи запустишь стрим 7К плюс онлайн. Вы мне скажите одно. Вы когда-нибудь спите, нет? Кто-нибудь когда-нибудь вообще спит, нет? Или вы все сидите и F5 нажимаете на страничку? Когда Леха запустит? Когда Леха запустит? Кто запустил? Все нормально. 7К плюс онлайн. О, PUBG, походу, каск. Ля какие, ля. Я тут босс такой охрененный. Просто так бьет по ушам офигенно. 7К плюс онлайн. Кто-нибудь когда-нибудь вообще спит? Нет? Скажи о своих детских травмах. Я вырос в СССР. Это одна большая детская травма. У нас, блядь, горки были, снимали. Вот горка железная идет, да? В конце брали, снимали эту. Ну, лист один железный. И если ты посмотришь, ты молодец. А если ты не посмотришь, ты, блядь, до конца горки не доедешь. В цвет мед сдавали. Взяли, в лист вырвали, все. Этот лист верхний не оторвали, середины лист оторвали. Почай за себя, давай, кто быстрее. Давай, Вася, давай, толкай его паровозиком. Пиздец, минус ноги, минус жизнь, минус зубы, блядь. Минус все вообще. Крики, оры, опли. Зато алкаш, ёпта, пузырь себе купил нормально. Блядь, ну это же за. 7К плюс онлайн. Не, но это сильно. Наши слезы пошли. От первого ты еще ролика никак не отойду. Ёлки-палки, а? Вот придурки, а. Ой, это ж надо сидеть. Ну, этот ролик не такой сложный, как тот. Тут больше они битом вывезли все. Но в первом это капец, это просто. Слушай, это 100%. Да. Лайк стоит. Кстати, здесь даже больше. У того челика было больше подписчиков, но у этого больше лайков. И, возможно, даже просмотров, я не помню. Ну, потому что получше намного. Вообще просто охренительно. Ну, на этой крутой ноте, думаю, можно завершить. Я сказал, мне очень сильно понравилось. Ну как, в любом многие такие, многие будут потом спрашивать, что это за, что это за хрень. Не важно, так должно быть. Это был охренительный, как он, кто он вообще именно,
Вот сплэйщик, блогер, стример, кто он из них, из этих? Он и летсплейщик, и блогер, и стример, и отец, и сын, не знаю, кто он. Ну, кто, что, все, кто может быть. Хардплей. Спасибо авторам канала вот этому, тому оставлю ссылки в описании, понятное дело. Ой. Ну, чё, думаю, блин, на этой ноте можно прощаться. Все, как всегда, давайте. Обрезать буду, потому что я дебил, я не нажал. Пока.